Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики. Вот разбушевалась у нас буря. Настоящий ураган. Купила я вчера себе ремонтантной клубники. Ранний сорт. Вот я его сегодня высаживаю. Но ветер не дает мне ничего показать. Сажаю я ее вот так. Здесь вот лучок обязательно. Лучок и клубничка, они очень хорошо уживаются друг с другом. Об этом знают все. Вот. Ремонтантная клубничка у меня. Земляничка у меня есть. Она меленькая, а это крупная. Сорт Маришка. Один кустик стоит 40 рублей. Сорт Маришка. Посадила лучок, присыплю его земелькой. Вот такой вот тканью укрою ее. Продается она в фикс-прайсе. 50 рублей стоит 6 метров. Но защищать будет хоть от ветра растение. Хоть не так будет. Суховей страшный. Вот, буду разводить. А потом рассаду буду продавать. Вот видите? Уже я цветочки. И на каждом кустике уже есть цветочки. Полила ее, немножко утянула ягодку. Сейчас немножко я подтяну. Цветочками. Что ж, будем ждать урожая. Как говорила женщина, что она до ноября месяца. Ягода сладкая, вкусная. Посмотрим. Посмотрим, честно ли она мне продала. Женщину я эту не знаю. Просто случайно встретились. Но я поверила на слово. Людям же ведь нужно верить и доверять. Вот. Лучок мы этот будем срывать. Если где будет хорошая головочка, такая хорошая, ставим на головку. Хорошо вот улила. Сейчас присыплю, закрою и все. Ну вот и все. Может, кто знает что-нибудь о ремонтантной клубнике, пишите свои советы. Буду очень рада. До свидания.